Приветствую вас, мои дорогие друзья! И сегодня у нас первый эфир из серии эфиров, бизнес-эфиров, бизнес-стримов от Лилии Донсковой. И сегодняшняя наша тема, первая тема, это «Бизнес, открытый всем. 5 преимуществ MLM». И я немножечко расскажу про себя, представлюсь. Меня зовут Лилия Донскова. Я являюсь в топовой квалификации бизнес-лидер компании Siberian Wellness. И поэтому я считаю, что мой... Да, немножко сбиваюсь, так давно не проводила эфиры. И резко сразу так начать, только вернулась из путешествия. И почему именно эту тему я взяла вот первой за основу? Мой многолетний опыт работы в MLM-бизнесе, а это уже более 20 лет, мне позволяет говорить на разные темы абсолютно, потому что я именно практик, а не теоретик. Я именно на практике все отрабатываю и получаю результат. И сегодня мы будем говорить о преимуществах MLM. И первое преимущество как раз это свобода. То, что мы можем абсолютно свободно передвигаться, и бизнес никуда не денется. И я только вот сейчас испытала вот это удовольствие огромное, когда мы поехали на отдых, были в двух странах, мы путешествовали по Средней Азии. И вот представляете, мои друзья, с кем мы путешествовали, и муж, им нужно было сделать очень много усилий для того, чтобы путешествие сложилось и то, чтобы все совпали. А для меня же никаких усилий не было. Я просто сказала, когда нужно выехать, скажите, и когда мы вернемся. Все, даже если бы я в своей команде в чате не сообщила, что я уехала, мне кажется, вот никто бы не заметил то, что меня нет в городе, то, что я не сижу дома за компьютером, потому что бизнес все время был со мной в телефоне, что очень удобно. Точно, Марин, точно. Давайте немножечко поговорим сначала про феномен MLM. Прошу прощения. Смотрите, MLM, вот многие шарахаются от этого слова, да, MLM, сетевой, многие шарахаются, я считаю, просто потому, что люди не владеют информацией. Либо они когда-то что-то попробовали, но у них, может быть, да, просто не получилось. Но на самом деле, что такое MLM? Расшифровка. Multi-level marketing – это многоуровневая система продвижения товара. То есть смотрите, как все просто. Мы привыкли с вами к системе, когда мы заходим в магазин, выбираем на полке продукт, берем его в корзиночку, идем на кассу и потом домой. А покупки через интернет, они еще более удобные, потому что в интернете можно почитать отзывы, можно поискать сравнения, сравнительные характеристики, можно полностью увидеть сертификацию, описание товара, состав товара. Потому что зачастую, когда мы приходим в магазин, берем коробочку, там настолько все меленько, что даже через лупу не увидишь. И мы порой досмотрим. А, да ладно, возьму. Здесь же, когда делаем покупки в интернете, очень удобно, можно да, почитать, сравнить, подумать, взвесить, положить в корзиночку, что-то брать. То есть у человека идет осознанное потребление. Не то, чтобы зашел в магазин и все подряд не кидал. Да надо, не надо, потом что-то пропадает, выкидывается. То есть идет осознанное потребление. Вот смотрите, сетевой маркетинг зародился еще в начале 20 века. И это стало самой прогрессивной стратегией продвижения товара от производителя к потребителю. И со временем многие компании, которые работали именно на земле через магазины, тоже перевели свой бизнес в интернет, потому что им оказалось это гораздо более эффективно, потому что нет затрат на аренду, на огромное количество работников, которых нужно ужать, управлять этими людьми. То есть в интернете гораздо проще работать оказалось даже таким крупным производителем. Вот смотрите, сейчас немножко объясню, что такое MLM, да, и вот как люди здесь зарабатывают. Смотрите, консультант занимается продвижением товаров и могут привлекать новых людей с помощью своей реферальной ссылки. То есть компания начинает видеть, что кто-то из людей становится более активным, привлекает новых людей. Понимаете, да, что это, ну, это важно. Компания увидела, что вы активны, и она вам за это заплатит деньги. И
Доход начисляется с разных источников, с разных абсолютно источников, и мы об этом поговорим завтра, 18 августа, в это же время, здесь же на моем личном аккаунте. Мы поговорим о том, сколько можно зарабатывать и насколько можно повысить свой доход в течение одного года. Итак, преимущество. Как я уже сказала, что это свободный график деятельности, то есть можно работать в путешествиях, в кафе, да, только в самолете нельзя работать, и то в самолете тоже можно работать. Каким образом? Делать какие-то записи, писать посты, а они потом опубликуются, когда мы приземлимся на землю. Свободный график чем удобен? Вот смотрите, есть люди, которые работают в найме, и для них эта тема, да, работа в найме, она настолько важна, потому что если человек уволится, то он останется без дохода. Но зачастую, когда я делаю опросы людей, кто работает в найме, зачастую они мне говорят: не хватает денег, не хватает времени, время есть немножечко, да, достаточно времени, но доход не увеличивается. И мы можем предложить людям, которые работают в найме, дополнительный доход в виде MLM, да, то есть подрабатывать в MLM и дополнительно заработать 5, 10, 15 тысяч, да, можно чуть больше, в зависимости от того, как человек включится, он будет более активный, значит, доход будет больше. Представляете, как это здорово? Например, человек работает в найме, зарабатывает 30, 40, 50 тысяч, и всегда вот чуть-чуть не хватает. И мы говорим, что с помощью MLM ты можешь увеличить свой доход на какой-то, да, какой-то небольшой процент, то есть на 25-30% плюс к твоей зарплате. Будет классно? Будет, потому что сам работодатель так здорово не повышает людям оклады. Да? Вот кто у нас есть здесь сейчас на эфире? Люди, кто работает в найме, вот поделитесь, вот за последний год, насколько вам работодатель поднял доход ваш, ну, ваш оклад. Если есть, да, напишите, прям интересно. Вот, и что мы дальше с вами делаем? То есть мы смотрим, человек включился и дополнительно заработал денег. Классно, классно, при этом, что он может это делать по дороге домой, на работу, в транспорте. Он может это делать вечером, пока готовит ужин. Это можно делать в любое время, ребят, понимаете? В перерыв, в обеденный. Бывает у людей такая работа, вот недавно с девушкой разговаривала. Она говорит: я работаю в магазине, я просто тупо втыкаю в телефоне. Так лучше я буду делать что-то с пользой, если мне это принесет доход. То есть есть такие магазины, где проходимость небольшая, то есть это в основном не продуктовые, да, какие-то бутики, может быть, да, магазины одежды, еще там какие-то, ну, не, где не очень активно, мебельные магазины, зачастую там люди сидят, и у них проходимость очень маленькая, то есть есть много времени, которое они могут потратить на дополнительный доход, и заработать уже не 15-20 тысяч, а может быть даже 30-50, что тоже абсолютно реально. То есть я рассматриваю вот MLM как дополнительный доход до 100 тысяч. Дальше идет уже более серьезное, да, отношение и вложение ресурсов, соответственно. Смотрите, второй момент, что легко и просто начать без стартового капитала. Вот смотрите, даже устраиваясь на работу, люди в основном все равно вкладывают какие-то деньги. Во-первых, что нужно? Одеться, да, на какой-то работе требуется, ну, определенный дресс-код. Нужно пройти медкомиссию, потому что, да, есть там, ну, запрос такой от работодателя, нужна справка медицинская. То есть что-то нужно обязательно, да, вот человек вкладывать. Здесь же в сетевом маркетинге, в MLM, нет вложений, не нужен стартовый капитал. Единственное, что нужно, это купить себе продукцию из огромного перечня, то, что тебе нужно. Просто ты не идешь в магазин, не идешь в аптеку за этой продукцией, ты покупаешь через интернет. То, что мы вначале обсудили, то, что это очень удобно, и это, конечно, люди сейчас оценили. И мне кажется, редкий человек, который не делает покупки через интернет. Согласны? Так, следующее преимущество работы в MLM, то, что есть система обучения, есть система сопровождения до результата.
То есть есть помощь, поддержка, а в обычном, в простом линейном бизнесе этого нет. И зачастую даже люди, когда устраиваются на работу просто в найм, им дается какой-то человек, который их обучит, да, какое-то время, а дальше он выгребает сам, то есть сам развивается, сам обучается, чтобы его не уволили, потому что зачастую такое говорят. Например, я когда работала, подошла один раз к нашему декану, я работала в учебном заведении, я сказала: Валерий Трофимович, а поднимите зарплату, говорю, не хватает. А на что он мне сказал: ты знаешь, на твое место очередь человек 20. Иди подумай, ты действительно хочешь повышения или ты хочешь хотя бы просто иметь свою работу? Я ушла, да, прикусив губу, и, естественно, да, никто ничего не повышал. Следующее, это очень круто, да, вот про систему я хочу договорить. Во многих компаниях говорят, что, ой, у нас есть система, вы придете, да, и мы вас доведем до результата. Но я вам точно могу сказать, у меня есть большой опыт личный, и есть опыт общения с коллегами из других компаний. Если сравнивать с компанией, в которой я сейчас работаю, с Iberian Wellness, то здесь действительно есть система, которая приведет к результату, если делать все четко, пошагово, не, как это говорить, не прокрастинируя и действительно выкладывая. Смотрите, что важно. У каждого человека есть свой временной ресурс. И вот смотрите, например, у два человека разных, и у них есть у каждого по 2 часа. И вот смотрите, один за 2 часа делает очень много действий, приходит к результату, а другой за 2 часа только открывает интернет, там посмотрел, там что-то повтыкал в чатах, посерфил в ленте, ой, 2 часа прошло, и что-то у меня ничего нет, никаких результатов. То есть здесь очень важно, что если идти по системе и настроить именно систему работы, то у вас, во-первых, будет сокращаться время работы. Мы об этом тоже будем говорить в одном из эфиров. В первое время нужно чуть больше времени вкладывать в бизнес, потому что идет вот этот процесс становления. Во-первых, нужно самому обучиться, нужно понимать, что делать, как делать. Во-вторых, настроить систему, простроить контентовую воронку, чтобы уже, да, люди на автомате заходили к тебе в бизнес. И потом ты уже можешь уезжать, уходить, и все просто, все становится просто. Четвертое преимущество, то, что нет ограничений и возможности получения прибыли. Вот для кого это важно? Например, для меня важно. Вы знаете, я когда пришла в сетевой, то моя цель была квартира. И в первой компании, в которой я работала более 20 лет, я действительно заработала на квартиру. Я взяла ее сначала в ипотеку, а потом я ее выплатила. Потом мы построили дом. То есть реально в сетевом маркетинге есть такие возможности, да, увеличения дохода. И сейчас, вот сейчас, глядя, да, вот я в новой компании 8 месяцев будет скоро, да, ну 7,5 месяцев. И я вам могу четко сказать, что за это время уже мой доход увеличился в более чем в 10 раз. Да, я уже стала участником автопроекта, уже мне компания выплатила около 500 000 только автобонусами, и каждый месяц у меня более 500 000 доход, то есть уже на протяжении 3 месяцев это 500-600 тысяч, представляете? То есть и я сейчас в моих планах выйти на доход 1 000 000, я понимаю, что здесь, в этой компании, с этими людьми, с этими инструментами я точно могу прийти к этому результату, потому что в моей команде все люди зарабатывают, даже на самых маленьких уровнях. Круто? Конечно, круто, потому что люди приходят в сетевой за дополнительным доходом, а кто-то за основным. Если люди не получают деньги, сидят месяц, два, три, четыре, год, два, и не выходят выше 10 тысяч на доход, то ну это просто смешно. Или это уже не смешно, ребят, да? То есть как бы вы вложили столько времени и ресурсов и не вышли на желаемый результат, тогда какого фига вы тут делаете? Я, честно говоря, сама очень долгое время сидела вот в прошлой своей компании, я сидела без результата, можно сказать, то есть на одном уровне дохода, который я еле-еле держала, то есть 30 тысяч, там 50 в месяц, это было вот прям с огромным усилием, а сейчас гораздо легче и во много раз больше доход. Следующее это безопасность. Смотрите, для каждого человека очень важно то, что должно быть безопасно. Потому что когда
некоторые люди там вот пишут, что я приходите, я тебя выведу на результат такой-то, и да, там гарантии, то зачастую бывает, что люди приходят, а попадают в финансовую пирамиду, попадают в какой-то лохотрон. То важно очень выбрать компанию, в которой ты увидишь безопасность. И в компании Siberian Wellness я действительно нашла это, безопасность. И могут быть закрыты, да, все потребности человека. Ну, во-первых, отсутствие начальника самодура, классный коллектив, да, поддерживающая среда, именно поддерживающая. Исходит от руководства мощная поддержка, именно забота о том, чтобы люди в компании становились профессионалами, то есть люди в компании становились экспертами и достигали результатов. Компания очень следит за брендом, за именно за репутацией бренда, чтобы о компании говорили хорошо, о компании отзывались хорошо. Потому что в прошлой компании, где я работала, репутация была испорчена настолько, что когда я называла компанию, на меня так смотрели, знаете, ну без уважения. И в последнее время мне было даже стыдно людей уже приглашать в компанию, потому что в команде ни у кого не было результатов. На что звать? На что? Мой чек не менялся много лет, то есть он был стабильно маленький, да, он не подрастал. То есть мне нечем было похвалиться, не на что было уже звать. Поэтому сейчас я говорю, круто! У меня люди приходят и в первый месяц зарабатывают, пусть немного, да, пусть это будет 5000, но и 5000 на дороге не валяются. Знаете, люди радуются, просто в моей команде тот, кто получает первый доход, они все очень радостны и зачастую даже не верят. Как вот первое время, я помню, нам начисление когда сделали, первый месяц, второй, мы ревели от счастья, потому что сложно было поверить, что мы сделали не так уж и много, не такой уж и большой товарооборот, а доход... Просто он космический, просто космический. Далее, что очень важно, то, что безопасность, да, то, что мы не вкладываем здесь деньги, то есть мы не вкладываем, соответственно, нет рисков потери. Это тоже важно. Если вы приходите в какую-то компанию, вам говорят, что нужно вложить там, ну, какую-то там $1000, вот недавно меня приглашали на презентацию, говорят, ничего не нужно делать, ничего. Я говорю, с чего деньги платят? Мне не смогли даже объяснить. Я говорю, ну объясните, какой у вас товар? Показывают товар, какие-то продукты, знаете, космических цен. Я говорю, ну, например, часы за $1000 мне не нужны. Но даже если я их куплю один раз, ну а что в следующий раз? Путешествия, но какие путешествия? Они какие-то нереальные, ну как бы оно вроде есть, но его и нет. То есть мне не смогли даже объяснить, за что, сколько я буду получать, сколько мне нужно людей. То есть все было мутно, размыто. Здесь же четкий маркетинг, прописано все досконально, и при том, что когда я сравниваю результаты моей команды и то, что написано в маркетинге, то результат, он больше, больше зачастую в два раза. То есть написано в маркетинге, то на этом уровне зарабатываешь 20-25 тысяч, а по факту 50. Или написано, будет на этом уровне 50, а по факту 85. То есть, понимаете, то есть маркетинг немножечко такой вот прям усредненный, прям написан, да, в плане, по факту доход больше. И это очень радует. Давайте с вами подведем некий итог. 5 преимуществ компании. Смотрите, первое это... То, что легко и просто начать без стартового капитала, без рисков. Свободный график деятельности можно совмещать с чем угодно. Не нужно бросать работу, не нужно бросать детей, да, оставлять их не знаю на кого. Вы все это можете делать, совмещая абсолютно просто. Наличие системы, крутое обучение, помощь и поддержка. Нет ограничений в возможности получения прибыли. И безопасность. Безопасность, да, и... Конечно, вот эти 5 ключевых моментов, которые меня лично зажигают, я кайфую, я уже много лет работаю удаленно, работаю на себя, и то, что мне нравится, то, что здесь я могу спланировать свой доход, об этом мы завтра поговорим. Если вам нужно, например, вы четко понимаете, что вам нужно на какое-то конкретное, на какую-то конкретную задачу, на какой-то конкретный предмет, да, нужна конкретная сумма, вы можете просчитать, что нужно сделать, чтобы получить именно эту сумму. И завтра мы с вами как раз эти задачки порешаем. Я что вам хочу сказать в завершение. Вы можете задавать мне вопросы в комментариях под этим видео. Я его оставлю в ленте. Я буду отвечать прямо именно на ваш комментарий.
И по необходимости, если будет такой большой запрос, я проведу дополнительную встречу, где раскрою ваши вопросы, да, отвечу на них более подробно и детально, чтобы у вас было четкое представление и понимание, что нужно делать, сколько, когда и сколько вы за это получите. Ну а сейчас я вас благодарю за то, что вы пришли ко мне на эфир. Я вам всем желаю успехов, отличного дня, настроения и продуктивной недельки. Да? Сегодня у нас уже что? Четверг, продуктивного завершения недели. И в ближайшее время, кстати, выйду в эфир и расскажу про наше просто нереально крутое путешествие по Средней Азии. Мы были в двух странах, жили в разных городах. Мы сменили 4 места, 5 мест ночевки. То есть у нас было такое бурное-бурное путешествие, в которых столько ярких впечатлений, о которых я вам очень хочу рассказать, потому что путешествие — это моя лично страсть. И если вы тоже любите путешествовать, вам это откликается, то обязательно заходите на эфир. А чуть позже объявлю, во сколько и когда он будет. Все, ребят, спасибо вам огромное, желаю удачи и до встречи завтра в это же время. Пока-пока!